Убиваем три вот этих. И поехали. Жалко, только не затащил ни одну катку у него. Но, блин, там такое нелегко это все. Я-то совсем рак. Тварина жесткий. Хотя, когда мы играли в эту самую проверочную игру, там все было не настолько плохо, как на стриме. Но это он просто, наверное, поддавался. Типа, смотри, у тебя есть шанс выиграть. А сам по факту... Так, что у нас? Висп. Ага. О, ну это... Здорово, братюнь. Так. Ой, хорошо. И мне еще ФБшку отдали. Вообще наисец. Ребят, ну если я сейчас начну... Хотя, чё? Блин, у меня был... Репикнут герой, потом... Потом я... сделал ФБ, но получается, нет, все равно у меня денег, конечно, больше, чем по дефолту. Намного причем. Так, потма в роуминге, дум, судя по всему, в лесу, вивер снизу. Ладно, я просто буду качаться. Крипчиков отводим. Все серьезно. Главное, это крипы, ребята. Хрен с ним, что я лайн пропушу, потому что я на линии сейчас стою один. Я в любом случае его пропушу. Вот это нормально впитал, братюнь. Нормально, нормально. Так, а я с другой стороны уже ману себе посливал так солидно. А, у нас еще кто-то закинул уже. Что творит, а? Что хотел, непонятно. Так, ну здесь, очевидно, надо сейчас лайн просто держать. Суппорты приехали. Ага. Ёб твою мать, санстрайки первого уровня, знаменитые летающие. Я понял. Нормальная тема. Да, нормальный закидон. Так, ну ладно, это пофигу на самом деле. Если они тут вдвоем будут стоять, это будет не совсем пофигу. Сейчас знаменитый ганг в смоке, вот этот вот. Я такой подхожу, такой подошел, такой... Бам. 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 Четко. Я тоже умею динайть. Братюнь. Фейзы надо какие-нибудь взять. Так, ну бараш в этой игре на самом деле вообще не стоит качать. Или стоит? У врагов есть вижен. Такое.
Точнее, не врагов, а у него есть вижен. Хотя зачем мне фейзы? Мне бы доминатор. Это мне помогло бы действительно. Вообще, конечно, связка суппортов такая, что ну тяжело что-то сделать Никсу. В итоге просто поднимет левел, все будет плохо. Так, хорош, только меня бы как-то еще отхилить. Так, ладно, это я все не буду брать. Игра такая тут назревает активная, поэтому я лучше принесу себе такие артефакты. Возьму ТП-шку, буду еще готов куда-то лететь генч делать. Или ТП-сейф там, что-нибудь буду еще готов делать. Стакали. Блин, если была бы ульта, я бы здесь, конечно, зашел. Ты, черт побери, я и так пойду. Ты, черт побери, зачем? Хотя, блять, чего они мне сделают? Какого левела Doom? Да? А, нет, стоп, блядь, на себя смотрю. Дум пятый пока еще, хрен с ним. Типа реально против таких не очень стрёмно, при всем уважении к врагу. Так, нюк шестой, это мне не нравится. А, он сверху. Тогда нормально. Пойдем Дума искать. А, Дум тоже шестой взял. Так, он без ботинка. Не ждал. Так, это, видать, с Думом было сделано. Вообще было бы очень неплохо, если бы постакали что-нибудь. А то фармить-то я могу, но получается это все не быстро. Так, он там что-то где-то, отлично. Блядь. Так, а здесь что-то имеется, снизу вивер. Угу. Так, ну на меде не помочь. Тут я успею стакнуть, значит. Тут можно еще пропушить. Бля, ты серьезно, что ли? Стакнул, ага. Не, ну пропушить у них вряд ли получится.
Есть такое мнение. Это зачем делать? Непонятно, блин, ни хрена. Так, ладно, дальше нужно БКБ уже. Без вопросов. Тебя насрать, братюня. Так, это вивер. Его взять мы не успеем. А, там ульта еще. Против ульты по тьме, увы, не получится. Таурс забрал. И это здорово. Так, сверху будут пушить, а мы будем пушить центр. И заодно его отпушивать. Вообще как-то слишком много стаков получается на команду, потому что тинкер нужно это фармить, и мне тоже нужно. Так, блин, сверху надо быть, но там по-любому у них вся команда. Поэтому что-то не очень хочется. Угу. Ну все, пизда. Какой он левел? Откуда столько дэмэджа вообще? Такие числа, где он взял. Просто пол лица у меня куда-то потерялись. Представить даже себе не мог, потому что я сдохну в соло от нюкса. Ну, с инвокером, конечно, но, по-моему, он даже с инстрайком не попал, да. Долбанные инвизеры. Так, ну это хотя бы надо забрать обидчика моего. Инвокер тавр забирает. Что за дерьмо? Угу. Стрела, щенин, как будто, блин, играешь в этот, как его? Фарму третью. Ни хера не видно абсолютно. Так, а вообще, план на игру примерно таков. Сидим на базе, фармим некра инвокера и форжи, когда они будут пушить. Интересно, какой план на игру у тинкера, потому что, по-моему, он немножко другой. Так, киска приезжает в мид. Вообще есть одна проблема такая, ребята. Называется она Нюкс Ассасин с инвокером. Меня если находит эта тварь, Нюкс, которую зовут, то мне все, габель. Так, снизу тавр. Ага. Это ты красавчик.
Какая, мать его, боль. Боже, этот нюкс-ассасин, как же много он дэмэджа делает, и как же мне он неприятен. Все, вот ульты вообще, даже этот чертов моноберн все равно охерительно неприятен. Здорово, пацаны. Вот это я денег нормально подзаработал. Вот это действительно приятная штука. Почему мне нравится гирокоптер? Потому что реально кэрри, который очень больно делает в начале игры. Кстати говоря, план оформления Некроф Инвокера уже начинает работать. Работает хорошо. Так, у врага сплошной магический урон. И что же мне такое собирать? Хотя не только магический. Но что я знаю наверняка, это надо фармить. Еще надо посмотреть. Вот если бы он раньше поставил центрю, можно было что-то придумать, я бы хоть не боялся. Угу. Так, стан по четверым. Все живы пока еще. Тут я сплоховал, конечно, мне надо было оставаться ждать их. Хотя вообще мой главный враг сейчас, наверное, это вивер, поэтому возьму себе доминатор. Хотя зачем мне доминатор, что за бред? Короче, в замешательстве я, доминатор мне не особо нужен. Так, здесь у нас даггер. Короче, кач идет. Кач идет, кач не стоит на месте. Можно побыть немного, наверное. Так, вивер. Вивераст. Что мне против тебя делать? Девятый левел. Можно, в принципе, бабочку запилить. Сразу. В принципе, неплохой вариант. Я, наверное, так и сделаю. Хотя посмотрим, в общем. Это он в соло, что ли, сдох? Так, не крочи, не крочи, не крочи. Эй, ну куда ты их увел-то, братиш? Дай посмотреть-то на них. Ну давай, 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 это ж денежка. Вот,
4 сотни зафармили. Так и надо делать грязь. А стакнешь по-братски? Стакнет, хорошо. Что-то я подозреваю, что она там не одна. Так, ладно, этот все, этот приехал. Ты что делаешь, наркоман? Твою мать. Конечно, у тебя будет вижен. Ой, хорошо, а вижен-то пропал. Ну вот ни кровь я не забрал. А вы давай. Ага, ага, ага. Охуительно. Красавчик. Не, ну так-то да, 400 голды там на дороге-то не валяются. И это можно понять. Так, снизу двое. Угу, куда-то поехал. Ну это, вероятно, на топ. Поэтому я пока еще с ним не хочу тесно общаться. Так, да, это будет бабочка. Учитывая то, что я сейчас не подыхал, деньги у меня появляются. Ой, стрела не попал. Хорошо, фраг своровали. Снизу подходит инвокер. Если можешь, вызови, пожалуйста, чего-нибудь. Там некров желательно. Стоп, подпушивают. Надо быстренько отпушить здесь и лететь наверх. Лететь наверх, тоже заниматься отпушингом. Ну, вообще, ему уже становится больно. Будет у меня бабочка, мне будет, по большому счету, на него насрать. И ему будет неприятно. Ага, снизу опять тратят дум. Санстрайки могут быть разные. Блять. Ну какой хаст, к хуям собачьим. Стрейфишься от санстрайков, там еще нюксы ебучие в инвизе. Ну что за пиздец? Тавр сверху еще у нас просто так падает. Снизу они не смогли задефить, а сверху просто падает тавр, потому что никого там не было. Мог бы быть, например, у меня висп. Уже все было бы здорово. Он бы меня отхилил, меня бы не убил никакой нюкс, задефили бы тавр, возможно, бы даже кого-то убили. А теперь тут есть дезолятор. Ну, благо я делаю бабочку, а не какую-нибудь яшу или манту. На самом деле хорошо. Только вот плохо то, что они сейчас могут пойти забрать Рошана. И мне реально нужна бабочка. Если бы у меня были бы еще стаки эншентов, но у меня их нету, потому что у нас есть тинкер. Так, я понял.
Doom мека. Doom хотя бы не очень жирный. Ага, инвокер. Инвокер под мазь здесь. Так, вот она по тьма. Так. Угу. Зачем я прожил БКБ? Объясню, чтобы не получить тонну урона. Вот это вот пиздец просто полный, блядь. Ой, блядь. Да, не будет у меня никакой бабочки, судя по всему. Не будет у меня также еще и бэйбэк, и сейчас мы рискуем потерять сторону нахер. Это будет неприятно. Да не то чтобы рискуем, мы потеряем сторону. Да. Сука, ебучие стрелы и нюксы. Как же противно против этого говна играть на гирокоптере. И вот этот тинкер, который просто тотально бесполезен. 4-9. 9 раз закинул на соло мид героя. Это... Ну все, сейчас у того самого Вивера будет МКБ уже. Типа на бабочку мы абсолютно насрать. Вообще, по-хорошему, просто Виз должен летать за мной постоянно. Если меня нападают, он должен меня сейвить. Получается, что я хрен знает. Я постоянно бегаю один, порой умираю на ровном месте. Инвиз под мы. Тинкер в говне. Хексу инвокера. Все. Я хер знает, мне надо вот так вот делать. И вот сейчас я должен увидеть ТП домой от виспа. О, хорошо. Он успел. Да, давай стрелу мне в еби свою блядскую. Блядские бесполезные тинкеры, сколько можно уже?
Сказать на самом деле нечего абсолютно. Просто-напросто вот этот вот блядский тинкер, который не делает в игре ничего. Абсолютно ничего. И они, блядь, продолжают его пикать все больше и больше, больше тинкеров. Больше тинкеров, ребята, больше тинкеров.